В районах Челябинской области создают систему муниципальных общественных палат. На месте они будут решать вопросы горожан в сферах ЖКХ, благоустройства. Система на данный момент сформирована на 96%. Об этом губернатору Борису Дубровскому доложил председатель общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин. Мы определили необходимость создания более эффективной системы общественных палат и более серьезной работы с муниципальными палатами. Нам необходимо выявлять системные вопросы на территории муниципальных образований, ну и также, соответственно, предлагать наиболее эффективные решения. Также Олег Дубровин отметил, что в этом году одним из приоритетов общественной палаты было развитие институтов общественного контроля. Осуществлялись мониторинги качества городской среды, соблюдение прав южноуральцев в сфере ЖКХ и образования. Общественники активно занимаются темой безнадзорных животных. Была создана рабочая группа. В нее вошли зоозащитники, представители администрации города и горэкоцентра, который осуществляет отлов животных. Был заключен договор, по которому активисты могут посещать территорию ветприемника, следить за состоянием животных и заниматься их устройством в приюты или к новым хозяевам. К тому же в рамках соглашения горэкоцентр теперь не может усыплять кошек и собак, если для этого нет показаний ветеринара.